Юля, скажи, пожалуйста, что это такое? Это вилла Версачи. Это вилла Версачи, да? Да, вилла Версачи, убили Версачи. Да, на этих лесенках его убили, выстрелили, я не знаю. Серьезно? Прямо в голову, да, прямо здесь, да. За здесь что? Он жил, он уходил куда-то здесь, в пекарню в какую-то, по-моему, если я не ошибаюсь, и на обратном пути возвращался. Ага. И вот не успел залти, его вау. Убили. Версачи убили. Да, есть документальные фильмы. Короче, да. И здесь он же со многими дружил. И здесь и Мадонна очень часто у него оставалась. А внутри что сейчас там? А сейчас там есть ресторан. Ресторан? Да. И, по-моему, даже. Типа отель, по-моему. Здесь даже можно остановиться, да. И здесь, короче, естественно, все дорого, но... Я видела где-то в Инстаграме, что есть какие-то часы, да, что можно за $50 здесь получить. 38. А, или 38. 38, 4 курса. Это бранч. Да, бранч. Так что нужно приезжать на бранч и поесть.